Специалисты инженерной отрасли и отраслевых министерств, всего более 400 участников, собрались сегодня в столице на третьем съезде инженеров Якутии. Напомню, он проходит раз в два года. В рамках съезда планируется провести 8 круглых столов по разным аспектам. Также будут подведены итоги дальневосточного конкурса «Я инженер». Его основной задачей является привлечение в отрасль молодого поколения. Благодаря тому, что мы в этом году сделали дальневосточный, это подняло уровень нашей подготовки наших ребят. Видно, что во втором этапе приезжал и в третьем этапе приехали, например, представители газовода «Сухой». Их уровень, конечно, подготовки очень был высокий. И я был очень рад вчера видеть, что наши ребята потянулись до такой степени, что мне очень трудно было жюри выбирать, кто же все-таки выиграл.